Добрый день! Сегодня я вам расскажу, как замариновать и пожарить шампиньоны на мангале. Для маринада нам понадобится молотый перец, прованские травы, горчица в зернах, майонез и соль. Итак, берем мы, присыпаем молотым перцем черным. Присаливаем. Я их предварительно помыла, почистила. Добавляем несколько ложек горчицы в зернах. Перемешиваем. Добавляем майонез. И немного прованских трав. Хорошенько перемешиваем и оставляем мариноваться 30 минут. Пока грибы маринуются, мы готовим мангал. Пусть немножко дрова прогорят. Жар почти готов. Скоро будем налаживать на сетку наши шампиньоны. Выкладываем наши шампиньоны на решетку. Придавливаем сеткой. И наши шампиньоны для жарки готовы. Сначала обжарим с одной стороны. Потом перевернем на другую сторону. Посмотрим, как прижарились наши шампиньоны. Наши грибы готовы. Сейчас можно их уже вылаживать. Снимаем решеточку и выкладываем.
Вот такие шампиньоны у нас получились. Хорошо пропеклись. И вкусно пахнут. Рекомендую попробовать.